21-я спартакиада Вооруженных сил Республики Беларусь стартовала в стране. Традиционно в комплекс состязаний входит 7 видов спорта, которые, в свою очередь, являются и элементами подготовки современного военнослужащего. Один из них – мини-футбол. В рамках спартакиады турнир проходит в 16-й раз. И каждый год на поле только интересные, насыщенные поединки. Проводим в Бресте, в этом прекрасном зале, потому что буквально в прошлом году он только открылся. И по большому счету, чтобы показать, что это, наверное, здесь сильнейшая база вооруженных сил на данный момент. И вот этот комплекс – это свидетельство того, что вооруженные силы и руководство города здесь сделали прекрасную базу. Конечно же, перед началом комплексная разминка, отработка ключевых комбинаций, которые позволят отвоевать преимущество у соперника. У каждой команды есть свой секрет успеха. Кто-то имеет талисманы, кто-то надеется на удачу. Однако есть и одно главное определяющее звено – это постоянные тренировки после службы в свободное время. Так формируется командный дух, так рождаются стратегии игры. Проводились сборы, отбирались на данный момент, кто выглядит лучше и сильнее. Так как мы, военнослужащие, представляем воздушно-десантные войска, будем стараться играть и выигрывать. Нешуточные страсти разгорелись в эти дни и на спортивных площадках комплекса «Динамо». Здесь сражались за награды команды из горрайорганов и подразделений внутренних дел области. Самые спортивные игроки прибыли в этот день в Брест для того, чтобы отстоять почетное звание лучших. А лучшими они были не раз. Об этом свидетельствует большой стенд наград – гордость управления. Мини-футбол, он является одним из видов спорта, который включен в спартакиаду Министерства внутренних дел. Поэтому в каждом органе внутренних дел есть своя команда, ребята тренируются, играются, соответственно, какие-то тренировки проходят для того, чтобы сыграться и показать наилучший результат. 12-минутные поединки проходили напряженно, на счету каждый забитый мяч. И это оправдано, ведь главный приз – возможность представить регион на соревнованиях в городе Минске.